В среду в Самарской области солнечно и малооблачно, потеплеет. Температура воздуха в дневное время плюс 17, плюс 19, ночью 11-13 выше 0. Ветер западный, юго-западный 4-7 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 19, ночью плюс 12, юго-западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, днем 18 с плюсом, ночью 13 выше 0, юго-западный 6 метров в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 17, ночью плюс 11 градусов, западный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 41%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.